Здорово, подписота. 11 сентября, среда, 24-й год. Пелмешки. Паштитик, топчик. Бастурма. Бастурмочка. Сюда надо витаминчиков. Витаминчики нам нужны. Что-то у нас ни чеснока, ни лука нету. Да. Еще майонезик обязательно, товарищ. Вы знаете? Обязательно. Угу. Теперь максимальная вкусняшка. Вчера бастурмочки захотелось. Это, кстати, намного вкуснее, чем суджух. Он, правда, в два раза почти дешевле. Килограмм сейчас уже стоил 2500. Бастурму. 2500. Была буквально месяца три назад 2200. Лично помню. Так, а где? А чем мы паштет будем накладывать? Наверное, ложкой? М? Опять же, паштет хорошо сочетается с кофе. Вот я налил мне стаканчик кофе. Ложка по фирменному способу. Фирменный хват. Хорошо. После вчерашних 4 литров пивка. Хорошо. Замечательно. Бастурма. Давайте мы перевернем, вот тут вот отрежем, да? Бастурма, ням-ням, вот это вот нам не надо, панировку. Кстати, когда первый раз ел ее, я ел с панировкой, я даже не знал, что ее надо убирать. А потом знающие люди мне сказали, что надо убирать. И да, стало вкуснее. Что за жизнь без пельмешек, товарищ? Бастурма сама по себе просто вкусная. Прикиньте, я ее первый раз попробовал. Ну, где-то, блядь. Наверное. Реально. Вот прям по-нормальному попробовал. Наверное, с полгода назад. Ну, плюс-минус 45 лет. Давайте еще бастурмы. Ее надо тоненько. Да, говорит, надо тоненько. Тоненько. Прям вообще тоненько. Ну, тоненько это надо отдельно нарезать, я не хочу. Я съем, может, куска три. Ее хорошо просто даже на перекус. Да.
Так вот. Вот так вот надо делать. Видите, как надо, бля. Это очень. Это очень вкусно. Без всякого хлеба. Потому что это нормально ням-ням. Это деликатес. Это таганрогский паштет. Называется. Это внутри у него масло, видите? Паштетик хорошо с кофейком. Паштетик. Хорошо. Нож еще пачкать. Паштетик можно ложкой. Оп, и намазывается еще лучше, чем ножиком. И с кофейком завтрак. Понимаете? Это вам не халям-балям. Оп. Ништяк. А? Замечательно, замечательно. Общество, товарищи, чисто тарелок. Поняли? Общество чистых турелок. Ой. Перевернуть горячий кофе на себя надо. На, бастурму. Кусай. Ом. Шутка. Я сам укушу. Это вам не халям-балям. Как-то была, короче, акция в ленте. Мне брат маякнул. Я съездил всего лишь себе куска три взял. Там еще бы поднесли, наверное. Надо было штук 10. Ну, на всю жизнь не наешься. Ну, там прям цена такая топовая была. Прям где-то 1100, что ли. Ну, так она стоила тогда 1800, по-моему. По акции за 1100, 1200. Я всего три кусочка таких грамм по 400 взял. Сожрал их, блядь, за 2 недели. Да-да, не удивляйтесь. Ну что? Нормальный завтрак у Женечки. Замечательный. После вечерних пивных возлияний. Не халям-балям, бля. На этом мы с вами закончим. Пока, пока, товарищи.